Друзья, привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Если у вас немножко прокис кефир, не торопитесь его выбрасывать. Из такого кефира можно делать очень вкусные и пышные оладушки. Нам понадобится кефир, сахар, сода, яйцо, мука и немножко ванильного сахара. Если вдруг ванильного сахара у вас нет, можно обойтись и без него. Берем небольшую миску, так чтобы все продукты у нас уместились, и высыпаем туда сухие ингредиенты. Затем перемешиваем их венчиком или обычной столовой ложкой. Кстати, я советую использовать не ванилин, а именно ванильный сахар с добавлением натуральной ванили. Разницу вы точно почувствуете. Когда все сухие ингредиенты смешали, разбиваем туда яйцо и наливаем кефир. И снова хорошенько все это перемешиваем до однородности. Тесто должно получиться достаточно густое и больше не стекать с ложки, а спадать от нее. В то же время в тесте не должно быть комочков. Посмотрите на консистенцию у меня на видео. Теперь берем сковородку, желательно блинную, она лучше прогревается, и наливаем на нее растительное масло, лучше всего оливковое. С помощью столовой ложки выкладываем наши оладьи в разогретое масло и жарим их с двух сторон. Запомните, оладьи всегда жарятся только на масле. Даже само слово «оладьи» в переводе с греческого означает «масляный». Если вы не используете масло, то у вас получается не оладьи, а панкейки. Посмотрите, какие они пышные и очень мягкие. Такие оладушки отлично подойдут на завтрак, и вас не будет мучить совесть за то, что вы выкинули просроченный кефир. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и подписаться на мой канал.